Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Киреевым. О самом новом и значимом в российской электронной музыке. В еженедельном радиошоу и подкасте. Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире музыкально-просветительский проект «Русская кибернетика». Для вас работают Евгений Свалов, Формал и Александр Киреев. Сегодняшнюю программу мы начинаем вместе с Александром Спайтом и органик хаус версией композиции «Baby Smile» — «Детская улыбка» или «Улыбка ребенка». Can we without you no more?
главных хаус-диджеев в истории современной российской электронной сцены, диджей Лист, записал совместную композицию со своим многолетним соавтором Баттоном. Это версия 1, ремикс Love Story от проекта Twins. Она появилась в каталоге собственного издательства диджея Листа «Листопад». We'll be right back.
часто в последнее время появлялись комментарии в адрес Антона Ишутина. Ну, в общем-то, это неудивительно. Когда артист становится крупным, он получает все больше обратной связи, зачастую непрошенной. И даже мы видели эти замечания: «Антон, в чем дело? Раньше твоя музыка была интереснее. Где композиции такие, как Gone?» И Антон откликнулся, записав новую версию Gone 2023. Thank you.
Следующая композиция называется «Laughter of Life» – «Смех жизни». Как здесь не вспомнить расхожее выражение, что хочешь кого-то насмешить, расскажи ему о своих планах. Это «Mission» для издательства «Wired». We'll be right back.
понятное название, но содержание трека по звуку, безусловно, ему соответствует. Old School, старая школа. Совместная работа проектов Aquo и Vanco для издательства «Хорошо».
большим интересом в первый раз мы слушали композицию Михаила Мишандинго под названием «Сокотра», потому что Михаил обозначил ее как свое главное произведение в этом году. И, безусловно, вместе с вами, друзья, мы рассмотрим этот трек для включения в годовой отчет русской кибернетики. Осталось буквально 2 месяца, потому что с середины декабря мы вместе с вами на основе вашего отклика, ваших голосов начнем готовить отчетные эфиры за 2023. Мишандинго и Сокотра для издательства Blur. Предположение, что нас ждет яркая лабораторная премьера в нашей наиболее экспериментальной рубрике на этой неделе. Причем, если правильно понимаю, то сразу 2. Саша, тебе слово. В эфире лаборатория русской кибернетики. Ее заведующий Александр Киреев. Когда приезжаешь на Средний Восток или в Центральную Азию, то первое, что поражает, особенно если ты здесь впервые, это совершенно безумный микс всего совсем. Резкий контраст прекрасного с ужасным. Совершенно непонятные запахи, которые идут отовсюду, что может только пахнуть. И звуки. Мы же здесь про звуки говорим. Людям с европейским менталитетом, которые привыкли к какой-то определенной защитной зоне вокруг себя, может быть совершенно неожиданно, когда, например, сидя на скамейке, к тебе может просто подойти какой-нибудь ребенок и начать тебя трогать. В первый раз это настолько шокирует, что в оцепенении наступает какой-то ментальный паралич. Ну а потом, послушав советов местных, ты идешь на гастроразведку в самые вкусные места и обнаруживаешь, что эти места, наполненные тяжелыми незнакомыми запахами, посетителями, которые едят совершенно иначе, со своими ритуалами, звуками, а может и не едят, решают свои делишки. Петербургский продюсер Азар Страта выпускает новый альбом «Human Salad». Это как раз тот самый микс всего того, о чем я сказал выше, который под нужным соусом превращается в салат из эмоций, звуков, ощущений, восприятия людей. Мы послушаем сразу 2 композиции из альбома: «Carte Blanche First Version» и «Cush Time in Cabell». Это звуковое иммерсивное погружение в атмосферу восточного города. Крикливое радио местных станций меняется на атмосферу липкого, тянущего
тонущего звука, дыхания, покашливаний. Но этого не стоит бояться. А может и стоит бояться. Давайте попробуем и будем осторожны. Большое спасибо лаборатории русской кибернетики за содержательную, колоритную, двойную премьеру этой недели. Мы продолжаем вместе с Александром Пичугиным, электронным музыкантом Алекс Пич. Масштабно, заметно во многих эфирах и плейлистах звучит новая работа Александра под названием «Атлантида, Atlantis». Уже есть трек на всех цифровых витринах, и мы с удовольствием уделим ему несколько минут кибернетического эфирного времени.
Эксклюзив и предстоящая премьера от уральского музыканта Алексея Альфоа. Мы знаем название композиции, Алексей попросил его пока не озвучивать, поэтому прежде всего послушаем.
один из наших любимых редакционных русскоговорящих электронных музыкантов — это, конечно же, Slam Duck. Завершающая часть первого часа кибернетического эфира. Сегодня у нас в жанре мелодик прогрессив, даже с элементами прогрессив-транса. Illusion и Slam Duck. Трек называется «Байкал» для лейбла Pure Progressive.
Вот так звучат горизонты, Horizons, новая композиция Данилы Степанова. Русская кибернетика. We'll be right back.
только что композиция «Reversed Polarity» — «Обратная полярность» от музыканта Ирди, а дальше полностью авторский час, фактически концерт уральского музыканта Руслана Тагирова и его проекта «Inbox». Поэтому, пожалуйста, не отлучайтесь надолго, ведь сейчас мы продолжим. «Русская кибернетика» с Евгением Сваловым и Александром Киреевым. О самом новом и значимом в российской электронной музыке. В еженедельном радиошоу и подкасте.